физического воздействия на оборудование, на центр обработки данных как таковых. Здесь они все представлены. С какими-то можно бороться различного рода способами, с какими-то нельзя бороться, но тем не менее, вот любой из этих рисков может нанести ущерб центру обработки данных невозвратимый. То бишь, после тех или других событий, произошедших вокруг, которые чаще всего не зависят от людей. Не зависят от людей. Хотя есть независимые, безусловно, факторы. Но то, что не зависит от человека, соответственно, не может быть предсказуемо, а непредсказуемые вещи чаще всего наносят максимальный ущерб. Так показывает практика, как бы жизненная. От чего нельзя защититься практически никакими силами и средствами, так это от огня. Огня боятся все. Если взять мировую статистику, то, согласно мировой статистике, только порядка 20% пожаров происходит внутри центра обработки данных. 80% пожаров происходит в прилегающих территориях, будем так говорить, то есть в помещениях или в зданиях, находящихся рядом с центром.